Всем привет! Сегодня мы будем изготавливать домик палочками из мороженого. Для этого нам понадобятся палочки, карандаш, ножницы, линейка, зубочистки. Ну что, приступим?
А, наши детали готовы. Теперь они немножко подсохнут. А мы пока можем сделать лестницу для хомячка. Также мы изготавливаем заборчик, чтобы у нас был заборчик наверху. Ну а теперь приступим к сборке. Ну вот, наш домик готов. Осталось подождать, когда он высохнет. И можно ставить его к хомячку. Ребят, кому понравилось это видео, ставим лайк. Подписываемся на наш канал. Всем пока-пока!